3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом, который посвящен годовщине страшных трагических событий в Беслане. 19 лет назад в небольшом северо-осетинском городе в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли 334 человека. В основном – женщины и дети. В память о них, видно, прошел траурный митинг. Наш с вами священный долг – сохранить память о тех событиях, сохранить правду о тех событиях. И мы живем и работаем с вами на небольшой части нашей страны, на небольшой части Московской области, в Ленинском округе. Но каждый из нас, в том числе, ответственен за мир и за спокойствие, за стабильность на этой территории. В последние десятилетия в России совершено несколько крупных террористических актов, но даже среди них эта трагедия стоит особняком. Ведь мишенью экстремистов были дети. Сейчас первоклассникам бесланской школы было бы уже по 26 лет. Они бы окончили институт и, возможно, создали бы семьи. Но, к сожалению, им так и не довелось стать взрослыми. Террористы захватили заложников в школе и покусились на самое святое, самое невинное для всех нас – это жизни детей, и совершили самое гнусное и страшное преступление, которому нет оправдания и у которого никогда не будет срока давности. В завершении митинга память погибших почтили минутой молчания. Исполняющий обязанности благочинного Видновского церковного округа иеромонах Сафроний Горохольский отслужил литию, после чего все присутствующие возложили цветы. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.